Ну что, бункер разок. Это 4-5 на замене. А так в основном командушка приезжает. Плюс 1, плюс 2. Вот момент реализует. Будет 2-0, 1-1. Это 2-0, друзья. Это отличный выход 1-1. И уверенно нападающий Финца переигрывает. Бункер 2-0, друзья, вот вам и задачка, вот вам и фаворит. Ну, бункер, так как собирается бункером на эти игры, я вам скажу, бункер абсолютно не фаворит. Я проспал 2-2 уже счет. Что там дежавю? Какое-то просто дежавю. Я пол. Корона!
Чортом бачимо умершим суперца. 3-3, друзья. Да, так забивает Ваня, да. И 4-3. Вперед выходит все-таки бункер. Остается не так много времени, хватит у Шинца сил, чтобы сравнять и взять очкус. Остается меньше 4 минут. Удар вроде неплохой. Ух ты, все, все сами это видели, я уже. Ну, ну если выиграем, то удобно. Все, друзья, матч закончился.